Это видео снято специально для сайта repetit.ru. Всем здравствуйте! Давайте знакомиться. Меня зовут Никитенко Оксана Васильевна. Имею высшее педагогическое образование. Более 20 лет работаю учителем истории и общества знания в средней общеобразовательной школе. Всем своим ученикам показываю, что общество знания несложно выучить, а история очень интересный предмет. Мои ученики идут уверенными на экзамен, они знают, что их там ожидает. Работаю с детьми разного уровня подготовки. Даже если у вашего ребенка нулевые знания, вместе мы справимся. Ученик должен верить в свои способности, и вместе мы настраиваемся на лучший для него результат. В своей работе я использую такие платформы, как Zoom, Skype, конспекты и задания по всем темам кодификатора. Ежемесячно провожу для своих учеников пробные экзамены. Если это девятиклассник, то ОГЭ. Если это выпускник школы, то ЕГЭ по истории и обществознанию, чтобы видеть прогресс в работе. Предлагаю следующие программы подготовки. Индивидуальная программа подготовки по государственной итоговой аттестации истории и обществознания как для выпускников 9 классов, так и для выпускников школы. Групповая подготовка к экзаменам, помощь в освоении школьной программы и подготовка к дополнительным вступительным испытаниям в ВУЗ. Желаю всем успехов, хороших оценок. И верьте в себя, у вас все получится.